Привет всем, с вами я, Супердог, и сегодня я обкатываю свою новую пушку. Ох ты. Обкатываю свою новую пушку, катаюсь на корпусе Диктатор, и пуха называется Молот. Ну, что вам сказать по поводу этой пушки? Ну, я скажу, что я сделал на ней несколько выстрелов. Я так и не могу до конца понять, но я попадаю или нет. Такое ощущение, как будто бы, знаете, это как будто бы, я не знаю, какой-то мелкий дробовичок с такой, знаете, у кого в детстве было такое, наверняка было. У меня был дробовичок, вот он вот такой вот. Только, ну, какой-то холостой, что ли. Пока мы видим, что у меня прокачан М2 корпус и М2 пуха, пока что, кроме обалденного выстрела, я ничего не получаю. Так. Возможно, чего-то мне еще надо докачать. Ох ты, видишь, но меня убивают на третий или четвертый раз. Это уже хорошо. Я как бы обещал в прошлом ролике, да, и еще раз повторяю, что в принципе сейчас мне немножко нужно. Ага, видишь, как оно в стену бахает? Смотри. Раз, круто. Слушай, викинг, он просто бабашит на втор... Ага, промазал, видишь, в стену бахнуло. Но промазал. То есть по сравнению с корпусом викинг, диктатор, в общем-то, даже очень неплох. Потому что викинг от молота умирает после второго выстрела. До конца игры 11 минут. Я зашел именно для того, чтобы... Ну смотри, викинг это говно. Вот если кто-то хочет брать викинг, я вам советую, возьмите диктатор. Это офигенный корпус, который даже будучи на М2 не убивается с первого раза молотом. Смотрим по разбросу. Сейчас кучненько зашло все. Кучненько. Я единственное, что забываю, одевать броньку. Но это, я думаю, что только потому, что я еще не привык. Раз, на. На, не успел. Прекрасно. Так, ставим троечку. Ай-яй-яй-яй, зазря я троечку-то поставил. В общем, смотри, вот я сейчас беру бронечку. Беру троечку. И еду-ка я. Посмотрю. Ага. Прекрасно. Не успел. Да что ж такое, тут у меня такой коллектив подобрался. Огнемет у нас вылетел. Что у нас с Фризом? Фриз вообще как бы, ну, на Васпе он вообще получается малость отстойненько. Ну вот смотрим, что с Титаном. Титан тоже вообще класс. Рекомендую, если у вас нету молота, купите его. Пока как бы, что касается диктатора, я сказать не могу, но если вы не ездили на молоте, но вы ездили так, как мы с Агорой ездили много на корпусе викинг. Смотри, аж искры летят. Ёлки-палки. Но видно кучность. Да ёлки, смотри, что творится. Я думаю, что при игре
постоянный, как я это планирую делать. Ах да, я вообще промазал. Ну смотрим, смотрим. Пушка, гром, в принципе, валит на... На троечке она валит меня с двух раз. Но смотрим. Рикошет тоже улетел. И еще, не забываем, друзья мои, что Диктатор достаточно высокая машина. И если вы хотите... Если вы хотите собирать голды, то я думаю, что голды нужно брать на Диктаторе. Так. Я думаю, что с возвращением меня в игру Танки Онлайн многое что интересного для вас появится. Есть. Во-первых, как бы я хочу немножечко... Ох ты! Хочу немножечко, я вам скажу так, подонатить и получить удовольствие от того... От того, что такое игра на танках с полной прокачкой. То есть у меня есть определенные средства, на которые я, в общем-то, хочу потратить на вот это все. Но единственное, что я не хочу тратить сразу, потому что хочу немножко, немножко покататься и немножко, чтобы пальчики, знаете, вспомнили о том... На. Нет, вообще классная пуха. Ай-яй-яй-яй-яй. Подкосило, видишь? Ну, единственное, что с дальнего расстояния, мне, как по мне кажется, все-таки молот, он... Зря его, конечно, разработчики назвали молотом. Вот лучше было бы такое, бертанка. Знаете, как когда-то говорил один мой хороший знакомый. Бертанка. Вот. Вот он стреляет, как простой-простой дробовичок. Такой. Видишь? Хотя сдалека видишь... Ну вот... Хорнеты, Васпы для него вообще не помеха. То есть... Ну, на таких танков... С такими корпусами он... Ай-яй-яй-яй-яй! Смотрим, что у меня. Вы видите, я зашел, по-моему, за 5, ну, то есть 10 минут до конца игры. Я уже на данный момент нахожусь практически под верхом. Причем я, опять же, повторяю, что я не такой уж спец, как хотелось бы, да. То есть все-таки за 9 месяцев дали моего отсутствия, мои пальчики все-таки... Они разучились. У меня нет той сноровки, но я думаю, что все, опять же, это... Ай-яй-яй, видишь, как я смазал в земельку-то. Но корпус мне очень нравится. Я на данный момент, вот, играя, получаю просто бешеное удовольствие, потому что корпус просто бомба. Не могу я снять. Видишь, громы меня завалили. То есть еще раз говорю о том, что на дальнее расстояние не идет. Но опять же, смотрим, давайте посмотрим на сам танк. Ребят, сам танк просто бомбезный. Просто классный. До побачення. Вот. Ай-яй-яй, видишь, как я стену расстрелял. Но идет кучно, идет очень кучно. Но опять же, это все на М2. Я думаю, что будет М3. Будет все очень хорошо. Видишь? Ай-яй-яй, как меня-то сняли. Ну, я нахожусь, в общем-то, на 2, 4, на 5 месте. Я думаю, что, играя вот такие карты... Я быстро... Ай-я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 й... Быстро догоню как бы позванки. Я думаю, что
мой карьерный рост в танке онлайн сегодняшнего дня пойдет очень хорошо. Так, видишь, меня на третий раз сняли, на третий, по-моему, или четвертый. Давайте добьем этого несчастного бедолагу. Смотрим, что бронька 3. Но не успел. Раз. Хорио берем. Раз. Два. Хорио за два берем. Теперь вы будете меня видеть, пока я не наиграюсь, как бы, ну, ближайшие несколько дней вот на вот этой пушке. Но я думаю, что опять же... Раз. Два. Мамонт летит. Мамонт летит. Коллега. Хотя мамонт у меня есть, и я думаю, что с мамонтом мы еще погоняем. Вот гром, 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 классная штука. Вот гром меня ложит на второй раз. 2 минуты до конца игры. 22 счастливчика у меня получилось снять. Ах ты, меня тоже сняли. 23. Фон битвы 3000 с копейками. 3200, по-моему, да? Бедняга сам себе взорвал. Раз. Два. Ну, да. Есть. Так, ну, прицел. Видите, на данный момент, пока меня убили, я умудрился, по-моему, 3 танка снять. Это достаточно, как я считаю, неплохой показатель. Ну, смотри, как двоих завалил. Нет, нет, это классно, классно. То есть, огромное спасибо разработчикам за такую, такую офигенную пуху. Ну, у меня да, но... Не успел я тут. Попал под фриза. И фриз меня доморозил. Ну, в таких играх... Ай-яй-яй-яй-яй! Добили, добили меня. Ну вот я уже на 7-м месте. Побеждает молодость и опыт. Итого я заработал 204 кристалла. Прекрасно, я думаю, за 10 минут это очень здорово. Я протестил, показал вам пушку. Молот на корпусе Диктатор в прокачке М2. Огромное спасибо за просмотр данного ролика. Я думаю, что следующие ролики будут интереснее. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мое видео. Я буду делать еще подборку голдов, которые у меня будут попадаться. С вами был я, Супердог. До новых встреч. Пока.